С вами канал Улица Москвы, мы в районе Лефортово. И сейчас мы прогуляемся по небольшой улице под названием Ионинская. Нет, пока не по Юрьевскому переулку. По Юрьевскому, наверное, в следующем выпуске. Вот улица такая идет в сторону Казанского направления, в районе станции Сортировочная. Здесь я, как понимаю, еще какие-то тут домовладения. Сходится Боровая с Юрьевским переулком. Так, у нас там что-то стоит. Нет, он ждет. Я не знаю, это, скорее всего, уже частная закрытая территория. В общем, такая улочка тут присутствует. Непонятно, что тут находится. За этими зданиями уже располагается железная дорога. Так, ну так как территория уже частная, получается, мы сюда не пойдем. Пойдем к Юрьевскому переулку обратно тогда. Ну вот, вернулись мы обратно. Здесь у нас улица Боровая. Туда пошла вправо. Юрьевский влево переулок. Улица Юрьевская прямо. И мы сейчас вот по Ионинской выходим на Юрьевский переулок. И пойдем по нему. Я думал, просто мы тут там куда-то попадем по улице Ионинской, но там уже дальше частная территория. Я вообще, если честно, не понимаю, почему такие улицы вот такие вот имеют какое-то название, зачем это нужно. А бывают некоторые, ну, достаточно протяженные улицы являются проектируемыми проездами безымянными. Как вот, допустим, проектируемый проезд возле Филиграда, нового жилого комплекса. Ну, первое, что на ум приходит. Мы идем прямо, и через какое-то расстояние вот Юрьевский переулок упрется в улицу Авиамоторная. Она в него, так скажем, вольется. И улица Авиамоторная является, наверное, фактическим продолжением Юрьевского переулка. То есть если все время идти прямо, можно выйти к станции метро Авиамоторная. Ну, пока это главная станция района Лефортово. Вроде бы как единственная пока что. Но скоро появятся также станции на Большой кольцевой линии. Так, а с, получается, слева у нас проходит Казанское направление, железная дорога и станция Сортировочная. Где-то вот здесь к ней можно пройти. Тоже пока что это не особо популярная станция. Она больше, так скажем, для грузовой сортировочной работы. Там также есть депо, вроде бы как, локомотивные. В общем, много вещей, связанных с железной дорогой. Так, надо понять еще, где конкретно. Я просто тут не так часто бывал прям, чтобы тут все ориентироваться на местности безупречно. Я вот ближе туда к Авиамоторной часто бывал, приходилось, а вот здесь нет.
И там еще бизнес-центр, почему-то он нумеруется по второй Синичкина, хотя находится вот по эту сторону, по нечетную сторону Юрьевского переулка. А сама улица вторая Синичкина почетной. Вот 59-й, кстати, ходит довольно загруженный здесь. Здесь не так-то много общественного транспорта на самом-то деле. И сам 59-й автобус также ходит не всегда стабильно. Так, как я понимаю, вот этот поворот влево, есть путь к станции сортировочная. Потому что далее будет там бизнес-центр, вот тот, о котором я говорил. Да, все верно. Так мы попадем к железнодорожной станции сортировочная казанского направления. И вот электричка как раз на Москву пришла.